Здравствуйте, меня зовут Марва Наталья, я руководитель интернет-проекта retail.ru. Мы являемся генеральными отраслевыми информационными партнерами выставки Питерфуд. И сейчас я представляю здесь новый формат участия Retail.ru. Это бизнес-центр Retail.ru, совместный стенд, совместное участие. Мне приятно наблюдать, что мы смогли собрать нескольких партнеров, которые в нас поверили и на текущий момент получают свой результат. Это разные форматы, это поставщики товаров продовольственного характера, а также услуги, и они замечательно сосуществуют на нашем стенде, и будем стараться продолжать такого рода форматы для того, чтобы дружить людей, для того, чтобы у них получалось значительно больше, нежели бы они выходили отдельно на своем стенде. И я приглашаю участвовать и проявлять интерес к таким проектам, к такому проекту, и оставлять свои заявки, а мы будем подбирать те форматы участия, которые действительно вам могут подойти. Присоединяйтесь. Меня зовут Анатолий Рыбин, сооснователь компании «Нектария». Мы производим медово-ягодное лакомство натуральное. И вот здесь на выставке представляем этот продукт совместно с компанией Retail.ru. Это очень масштабное мероприятие, очень интересно. Здесь куча сетей, куча контактов. Получается очень интересно представлять продукт. Для людей это новинка. Для нас возможность для развития, для выхода в какие-то сети. Это очень круто. Это очень нравится. Есть очень интересные лекции, мастер-классы. Есть очень крутые тенденции на онлайн и ритейл, развитие сетей, и здесь мы тоже преуспели и познакомились с очень крутыми людьми для того, чтобы продвинуть свой продукт. И вот это очень важно. Если вас нету на таких выставках по типу Питерфуд, значит, вы никак не представлены, а вас очень мало кто узнает, в действительности, особенно крупные игроки этого рынка. Добрый день. Сергей Володарский, компания «Приличная еда». Это продукция, которая не стыдно покупать и не страшно есть. И мы работаем как дистрибутор продуктов питания в номинации, в категории «здоровые». Да. У нас есть растительные масла натуральные и алтайский мед. Именно вот эта выставка «Питерфуд», она интересна тем, что здесь есть еще продолжение центра закупок сетей. В целом, очень хорошее мероприятие. То, на что тратишь обычно 6-7 месяцев, здесь можно сделать за 2 дня. И спасибо нашим партнерам компании retail.ru, которая предоставила возможность иметь свое место рабочее на этой выставке в составе их стенда. Эффект тот же самый, а затрат в 3 раза меньше. Я настоятельно рекомендую участвовать. Именно в таком формате. Добрый день, меня зовут Тимур Целиковский, группа компании «Схема технологий». На совместном стенде с Retail.ru мы представляем наш облачный сервис «Storm.com», который позволяет автоматизировать работу мобильной торговли и выездных команд. Наш продукт нацелен как раз-таки на производителей продукции, на дистрибьюторов. Все замечательно. Выставка растет.